С 1 июня проезд в самарском общественном транспорте подорожает. Стоимость одной поездки за наличный расчет составит 23 рубля и 21 по транспортной карте. В городском департаменте транспорта пояснили, себестоимость перевозок сегодня выше цены за билет на одну поездку. Однако, учитывая социальную значимость вопроса, тариф последние два года не меняли. Причиной грядущего повышения стало подорожание запчастей и обновление парка. У нас перевозчики провели анализ, и за последние полгода значительно возросли затраты у них, особенно по такой статье расходов, как запчасти, в том числе импортного производства. Ну, нужно пояснить, что у нас даже, например, в отечественном подвижном составе используются иностранные компоненты. Поэтому вот общее изменение экономической ситуации страны, оно свою роль здесь сыграло определенную. Ну, кроме того, у нас продолжается обновление подвижного состава. Вы знаете, вот у нас пришли 19 троллейбусов новых, вот, в автобусное предприятие поступили 82 автобуса на газомоторном топливе.